Глава 8. Рыцарь. Герцогский дворец прятался в самом сердце Брюги. Причем именно прятался. Не попирал державную пятой городскую площадь и над лазурно-струйными и очень вонючими каналами место ему не сыскалось, хотя вроде бы сам Бог велел. Дворец владыки Запада. Чтобы попасть и припасть, кормилу власти, друзья проехали через весь город до рыночной площади, над которой вздымала шпиля ратуша, благосклонно взиравшая на раскинувшееся торжище. Дух и смысл столицы торгашей. Открытого рынка поворотили налево, и только там, в конце улицы Святой Агнессы, шаг коней присек возглас часового. «Остановитесь и назовите себя именем герцога!» Ворота, стена, стрельчатые башни, стрельчатые окна в каменном кружеве, витражи, позолота, добрая штукатурка с гербами бесчетных бургунских земель. Дворец внушал уважение. И расположили его умно. В самом центре, но не у каждого на виду. До каналов рукой подать, но не на самом берегу, чтобы сырость не утомляла в купе с вечным роением набережных. Предвкушая герцогскую аудиенцию, а после и вояж в Шиме, Филипп отбыл из войска вместе со всем своим отрядом и теперь выглядел как истинный паладин, вернувшийся с войны. Вокруг верные воины, сам красив, но не чрезмерно, с интересной бледностью и авантажной повязкой из-под берета. Ни один девичий взгляд сорвал он по дороге от южных ворот, а лучше сказать, ни один десяток. «Ну, мессир, вам дорога прямо», «А мне назад!» – молвил Уго. «Остановлюсь у Петрония на набережной крови Господней». «Зачем ты так? Тебе место во дворце всегда сыщется!» – укорил его Филипп. «Глупость какая, право слово! Ты ради каких причин интересничаешь, а? Уго! Это друг Жерар, тоже с войны сдернувший, потому что надоело!» Деламье только махнул, мол, до свиданницы. А через секунду его ладная фигура на вороном мере не скрылась за поворотом, лишь перестук копыт напоминал о нем. «Вы, господа, прямо здесь на постой собрались?» – сказал капитан стражи, выходя из-за спины ребордистов. «Так посреди улиц -то неловко, вы ушли туда, или сюда». Капитан был незнакомый, и капитану было любопытно. Вместе с дюжиной глаз в бойницах караульной башенки. Как же? Люди вернулись с войны, и тот-то будет новостей. Филипп вальяжно добыл из-под раструба перчатки подорожную грамоту, а губы кривились в усмешке, пропаленное платье усмехалось заодно, одним лишь своим видом срамят тыловых крыс. «Пропустить!» – приказал капитан, и кавалькада втянулась во двор. Алибардисты замкнулись позади вьючных лошадей, что были оттекчены тороками с воинской справой. Все глаза во дворце принадлежали сегодня только им, всадникам, конечно, а не лошадям, как некоторые подумали. Увязанные копья, шлемы с честными вмятинами звякают при седлах у одного жандарма рука на перевязи, даже слуга с посеченной скулой, как интересно. А уж рыцарь, Голова повязана, только крови на рукаве не видать для полного соответствия. Давно, порядком давно не посещали такие процессии герцогский черток. Когда над городом поплыл полуденный перезвон, Филипп был умыт, переодет в парчу, а лоб охватывал бинт тонкого белого шелка. Рыцарь выгнал пожа из комнаты, запер дверь и некоторое время тренировал поклон перед венецианским зеркалом. Шляпа с шелестом перьев на отлет. Ш -ш -ш -ш. Главное не потревожить повязку, а то размотается, выйдет неловкость. Много радости ловить склизкую полосу перед всем двором и самим герцогом. Немного подумав, Делален сменил легкий поясной меч с эмалированным навершием и ножными в бархате на длинное стальное чудовище родом из Пасао, с которым он был под Парижем и Монлери. Гарда порублена в ужами, кстати, очень заметно, потертая рукоять, ножны в простой черной коже. Он немного пожалел, что никак нельзя нарядиться в просторный упилянт, чтобы не стеснял ребра, ведь ему так досталось. Зато в дублете с подбитыми плечами он выглядел подавающе. Сразу видно, воин вернулся из похода. За приготовлениями подошло время аудиенции. Филипп покинул комнату и встретился в коридоре с Жераром, который вовсю сверкал по золотой вплоть до чулок, по которым змеились вышитые виноградные лозы. Тоже, надо заметить, золотые. Фу-у-у, как тонко! Ты, друг, вылитый этот, как его, э, Гектор, который только что сразил Патрокла и собирается придочить царя прямо!» Десульбон оценил контраст боевого оружия и придворного платья. «Патрокл твой, Педераст, которого промеж походов метелил могучий Ахиллес, заметил Филипп и улыбнулся. Ахиллес метелил его промеж булок, а никак не промеж походов. Отсутился Жерар и прыснул. Друзья расохотались, напугав дворцовый полумрак. Да так весело, что Дололен сразу заохал, схватившись за грудь. «Что ж ты делаешь? ох 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 мне ж смеяться больно!» «Пойдем, Гектор, при дочи. Время!» Жрав собрался было хлопнуть друга по спине, даже руку занес, но тот вовремя показал кулак. Герцог принял посланников в большом зале совета. Именно большом. Огромное помещение, где потолочные балки из цельного дуба казались хворостидами, а человек и вовсе пропадал. Пока не собиралась тех человеков, изрядная толпа. Толпы, впрочем, не было, так дюжина царедворцев, да полдюжины слуг, да лучники охраны тела при дверях. Для кого только наряжался? Вот что обидно, оценить-то считай, что и некому, а кто есть, не заметит на фоне громадной великолепной залы, где все стены во фресках и гобеленах, а на шахматный паркет падают световые колонны невозможного витражного многоцветия. Позади одной такой колонны стояло кресло, вместившее сагбенную фигуру властителя Запада. Последние годы он взял правило одеваться из какого-то своего забытого гардероба, который помнил еще орлеанскую девственницу. Лишь тусклое золото с руном поверх груди напоминало времена, когда его мановением поднимались армии, и не в кресле правил он, но в седле. Увы, те дни в прошлом. Теперь великий герцог все больше молился. Да, ну и верно, в таком-то возрасте по велению его милости Карла, графа Шаруле, посланник шамбилан двора Филипп Делален, раскатился под сводами голос Камергера, и родилось эхо. «Вижу, что, Лален, подойди-ка, крестничек, кто это с тобой?» Друзья приблизились, оказавшись аккурат в фокусе витража, где солнце играло пылинками. Рыцарь Жерар де Сульмон из Брабанта Поклон, шляпа метет пол. Какие молодцы состоят при моем сыне? Загляденье, прошептал герцог. Ваша светлость, граф Шароле, велел передать это письмо и сказать, что его безмерное к вам почтение. Филипп протянул свиток с красной печатью, но державно тезка его перебил. Хорошо, хоть безмерное почтение осталось. Рука оторвалась от подлокотника, нарисовав в воздухе знак, по которому секретарь немедленно забрал письмо. А я все знаю. Можете ничего не рассказывать. А ваш сын, ваша светлость Карл, Лален попробовал начать снова и вновь неудача. Мой сын Карл зря думает, что я умер. Я всего лишь состарился начал войну против моего прямого приказа, да еще имеет наглость еженедельно клянчить деньги на свою авантюру. Глупость, недопустимая глупость. Ну да ладно, вас-то нечем попрекнуть. Вы, как я вижу, ранены. Отличились. Не могу похвастать признался Филипп, и как мог, кратко рассказал о сражении. Веселитесь, молодые люди. Мой весьма смелый и совершенно тупоголовый сын развязал войну против Луи. Старый Валуа возвысил голос и почти кричал. Тогда как у него с одних налогов денег поступает в полтора раза больше нашего. При этом юный граф лично геройствует с копьем впереди войска, будучи единственным наследником. А если его прибьет французский жандарм, он же до сих пор не озаботился законным сыном. Кто будет править Бургундией? Зачем надо было ломать мир, который я выстраивал столько лет? Зачем он не дал Алансону, Люксембуржцу, Анжуйцам и Бурбонам в куче с прочей обиженной мелочью, как следует передраться с королем? Или он думал взять Париж? Ну, взял бы. И что с того? Генриху Английскому это удалось в свое время. И чем это закончилось? Драка эта длилась бы годы, и Людовик оставил бы нас в покое надолго. Великий герцог Запада устало вздохнул, сбавив тон. А меж тем у нас в родном нашем герцогстве беда. Вы слышали, что в графстве Шиме подозревают чуму? Если это правда, вот тогда будет настоящее веселье. Ваша светлость, именно в этом состоит вторая часть моего задания. Его милость повелели поехать разобраться, потому что ганцы оттуда не возвращаются. Деларен приосанился и воздвиг ладонь на эфес меча. Если будет ваша воля, и вы повелите послать со мною гвардейцев, я полагаю, что смогу дать верные сведения. Сами как думаете, это поветрие? Герцог обозрел молодых рыцарей. «Не знаем, ваша светлость», – ответил за двоих Жерар и пожал плечами. «Плохо. Плохо, что не знаете. А я знаю, что Сен-Клер на самой границе с шампанью. Значит, хитрец Людовик вполне мог подкупить или запугать, или и то, и другое разом городских торшин. И вот, получайте, гонцы не возвращаются, и налоги, прежде поступавшие день в день», Уж более чем на месяц припозднились. А это не шутки. 30 тысяч турских ливров. Хороший курс для француза, чтобы рискнуть и завести шашни с горожанами за нашей спиной. Кроме того, Сенклер на Уазе это крепость. И порт на реке, да прямо на нашей границе. В городе и окрестностях легко можно разместить 7 тысяч бойцов. Хороший будет сюрприз, если такая дружная братья под золотыми лилиями попрет в центр Шиме. Представляете, молодые люди?» Молодые люди представили и впечатлились. Особенно Лален, чья семья получала с приводства неплохой доход. «Да, ваша светлость, граф считает, что такое возможно», – подтвердил Филипп. «Вот и занимался бы делами государства, раз считает», нет, душа у него войны взалкала. Я же между тем повелел задержать королевского поверенного, который клянет, что никаких дел на Уазе Луи не проворачивает. А слово мое будет такое: через три дня вам хватит трех дней, чтобы передохнуть. Чудесно. Через три дня вы. Ваши люди и 20 гвардейцев направитесь в Шиме. Королевский же, поверенный, поедет с вами, как гарантия, чтобы Валуа не смог отвертеться, что ничего бол не знает. Вы понимаете? Хорошо. Тогда ступайте. Повелеваю отдыхать и набираться сил. Герцог закашлялся а потом звучно рыгнул. Из прохладного полумрака появилась рука секретаря с бокалом, издававшим травяной аромат. «Выпейте отвару, ваша светлость!» «У нас нет никаких лекарств, чтобы вкус не так походил на дерьмо!» Герцог принял кубок и жалостно поглядел снизу вверх на секретаря. «Доктор говорит, что это очень, очень полезное питье!» Надеюсь, хворь избугается и сбежит от этой мерзости раньше, чем я помру. Ваша светлость, уверяю, вы нас переживете. Только если прикажу вас всех удавить за попытку отравления. <клево> <клево> Герцог засмеялся. Смех же окончился кашлем, а дальнейшее скрыла дверь, замкнувшая тяжелые створки вслед друзьям. «Куда теперь?» – спросил Жерар. «Ну, что же, Филипп задумался, люди мои устроены, а я нет, потому что голоден, есть хочу». Ну, «Тогда пойдем, может быть, к Петронию, жирная итальяшка всегда вкусно кормит, заодно проведуем несокрушимого де ламье». «Жерар, скажи лучше, что намылился к девкам, ведь жирная итальяшка не только кормит, это ж всему брюге известный лупанарий» ничего ты от тебя не скроешь. Говорят, Франческо Петродни не по муке, но в юности был пиратом. Другие склонны приписывать ему прошлое комедианта. Третьи бьются об заклад, что Петродни – наемный убийца, а отравители за пулей, где его изловили и оскопили в назидание остальным – Подробности биографии Петроди не подтверждал и не опровергал, а последние 10 лет его можно было видеть исключительно в одном месте – собственной таверне на берегу канала Святой Крови. Был он толст, танкоголос и чурался женского общества, каковы и факты лили воду на мельницу слухов насчет скопческой его природы. Никаких иных доказательств не имелось, зато имелась уверенность, что у Петрония можно все, Нельзя только не платить. Если итальянцу приходилось выбираться из любимой стойки, виновному или виновным, можно было только посочувствовать. Достоверно известен случай, когда он в одиночку избил пятерых гасконских наемников, которые устроили в Кабаке хороший дебош, а после отказались платить за разгром. В таверне любили останавливаться все кто любил вкусно пожрать, от души выпить и поваляться с нетрудными в любви девками. Число таковых не иссякало, а знающие люди говорили, что у Петрония всяких нужных сведений больше, чем на Брюкской бирже. Но туда постоянно захаживали купцы, а то и банкиры, рассчитывавшие вызнать что-нибудь полезное. Для темных личностей в таверне было аж три выхода на тот случай, если приспичит удирать от городской стражи. На улицу четок, черный ход во двор и на канал, где имелась собственная пристань. Прыгнул в лодку и поминай, как звали. Заведение встретило друзей издалека. Они не успели свернуть на улицу, когда услышали крики, треск и грохот. «Вот», – сказал Жерар, – «узнаю, любимый кабак, будто и не уезжал никуда». Рыцари прибавили шаг, вскоре достигнув двери под скрипучей вывеской с красным конем. Дверь распахнулась изнутри, на мостовую вылетел человек, а вслед за ним табуретка, достигнувшая его головы. Случился звонкий удар, но мужчина не упал, напротив, очень резво побежал, оглашая улицу воплями «Убивают!». В зале было дымно. Непричастные посетители жались к стенам, а причастные стояли вокруг перевернутого стола, за которым возвышался де ламье. Судя по разбросанным по полу предметам, Происшедшее нетрудно было восстановить. Всему виной игра в кости. Ну и вино всему виной, это уж как водится. Четверка парней явно хотела наказать Уго и даже начала притворять намерение в жизнь, но до завершения спора было далеко. Тем более, что в споре наметилась тактическая пауза. В руках парней сверкала сталь, а германец держал у плеча свой меч, и никто не торопился подойти поближе, чтобы выразить претензию в материальной форме. Был германец без шляпы, а на скуле наливался синяк. Оппоненты тоже были слегка помятые, а если учесть человека на улице и табуретку, можно смело предположить, за железяки компания схватилась только что. Уго был в меньшинстве, но тесаки парней явно проигрывали большому мячу, который вдруг показался слишком длинным и слишком острым. Филипп и Жерар переглянулись и потянули оружие из ножен, когда тишину рассказал хлопок и несерьезный какой-то писклявый голос. «Баста! Баста, я сказал!» И еще один хлопок ладонью о дерева. Из-за стойки показался смуглый толстяк в серой рубахе и кожаном переднике. Этого оказалось достаточно. Все спрятали оружие, даже уго. Петроний, ты все видел? Рассуди, пробасил он. Да ты просто грязный жулик, чертово германского отродья! Скидывался один из парней. С каких пор ты привечаешь жуликов? Это второй. Третий и четвертый сказать ничего не успели, потому что заговорил Петроний. Умейте проигрывать, молокососы! Если начали драку, доставайте сталь сразу или вообще не доставайте. А что до жулика? Итальянец помолчал, обведя собрание маленькими свинячими глазками. Вы играли моими костями. Кто-нибудь желает сказать, что у Петрония кости со свинцом? Желающих от чего-то не сыскалось. Хотя хозяин был безоружен, одинок, пузат и вообще в летах. Золотая молодежь с ворчанием расплатилась. С Деламье за проигрыш, с кабачиком за выпивку и битую посуду. Прибежавший слуга водрузил стол на четыре ноги и принялся очищать его тряпкой. Молодежь же очистила помещение самостоятельно, не прекращая метать молнии в уго. Так как молнии были сугубо глазные, сиричь через глаз, германец плевать хотел, сделавшись веселым и пьяным. До этого он был пьяный и злой. «Привет старому товарищу!» – сказал Жерар и плюхнулся на скамью рядом с Уго. «С тебя выпивка!» – не растерялся тот. «Что-то ты не спешил спасать старого товарища от юнцов этих в конец охреневших!» «Привет, Туго! Привет, Петроний!» – поздоровался Филипп и тоже сел. «Выпивка с меня, так как я теперь числюсь на герцогской службе и располагаю содержанием!» Вот так-так, что-то я упустил этот важный момент. Эй, Петроний, кувшин Рейнского, дамы пожрать мы голодны, как гвардейцы, обслуживший в одиночку всех ротных шлюх, или как ротная шлюха, обслужившая всех гвардейцев. Жерар заметно приободрился, что сообразив, что платить придется не ему. кстати, о шлюхах. Даже не думай, ни денье не получишь отрезал Филипп, а Петроний водрузил на скамью объемистый зад и добавил «Я тебе не эй, а господин содержатель таверны». Насчет еды и питья, однако, распорядился. «Эх, Бургундия, куда ты катишься, если всякий кабатчик так распускает язык при благородных господах?» – посетовал Жерар. Я, конечно, могу молчать, но тогда в долг и не проси, потому что в своем барабанке ты, может, и благородный, а у меня тут все платят. Ты, Петрони, ты не будь таким серьезным, это же шутка. Хорошая шутка. Мне в родном заведении всякий молодняк будет рот затыкать, пропищал итальянец. Да, молодняк. Что это за горячие ребятишечки? Раньше я их не встречал. Или встречал, спросил Уго. Так, Петроний неопределенно махнул рукой. «Подросли, понимаешь, на наши седые головы. Местные ребятишечки пьют, буянят, когда как ни пить, ни буянить толком не научились. Молодежь пошла гнилая!» «Эти ты еще ничего!» — Уго указал на друзей. «Старшим, конечно, хамят, но жизни уже понимают мышь с войны, а война голову вправляет. Ты, Петроний, в террасу ты еще влезаешь?» «А на кой мне? Я свое отвлезался, хватит!» «Помнишь, как тогда под сиенной глаза до ламье заблестели?» «Помню, и ты помнишь, а остальным про то знать ну совсем не нужно». Филипп думал, что как раз нужно и даже весьма любопытно, но слуга принес еду и аппетитно булькнувший кувшин. Распросы умерли сами собой. Через час Жерар уже стоял на столе, живописуя собственные подвиги на графской службе. Вокруг собралась немаленькая толпа посетителей. Дешульмон был в центре внимания, и он был счастлив тем недолгим счастьем, что так легко отыскать на дне бочонка, тем более дармового. «Складно свистит», – молвил Петроний. «Это да, этот может. Если б я там не был, поверил бы», – сказал Филипп. «Ты-то тоже бывалый. Всю драку провалялся в шатре, как девочка. Подумаешь, ребра ему поломали». Уго, как всегда, и язвителен и колюч. Ну, Филипп собрался надерзить в ответ и надерзил, но его не услышали, потому что компания встретила очередной Жераров тост дружным ревом. Энтузиазм публики объяснялся легко. Все надеялись, что расходившийся рыцарь сейчас начнет поить всех подряд. Впрочем, напрасно. Казна была у Делалена, который тщательно соблюдал остатки трезвости и поить никого не собирался. Молодой человек, кстати, давно заприметил колоритного господина, который занял столик в углу, сидел один и даже во время недавней потасовки не сдвинулся с места. Вот и теперь тоже. Народ веселился и пил, всячески сопереживая врагом друга Жерара. Этот же, мрачный и одинокий, вытянул длинные ноги в черных чулках, надвинул шляпу на глаза и лишь изредка прикладывался к кубку. Господин все чаще приковывал взгляд Филиппа. До того было любопытно, что за гусь. Тем более, что гусь совершенно незнакомый. Наконец, когда публика принялась грохотать кружками по столам и требовать Жрару песню, Делален не выдержал, улучшил момент и добрался до уха Петрония. «Слушай, ты ж тут всех знаешь!» – зашептал он. «В основном!» – обернулся хозяин. «Что это за Короче говоря, вот там, в углу, Филипп указал глазами на предмет интереса. Этот? Да этот, этот, ты бы в него еще костью запустил, будто и так непонятно, о ком я. Ха, вот этого-то я как раз и не знаю. Петроний даже зад почесал от такой своей неосведомленности. А чего он меня разглядывает? Смущаешься? Кто, я? Возмутился Филипп. «Нет, я!» подразнил собеседника итальянец. Дьявол, да просто странный тип сидит один, почти не пьет. Да нормальный тип, мне плевать, лишь бы платил. В этот момент незнакомец поднялся из-за стола, одернул дублет, прошитый вертикальными складками, и Филипп разглядел бейдж, блеснувший на синем сукне. Господин складил голову, уставился на бургунца, а когда убедился, что тот заметил его маневр широким жестом, дал понять, что приглашает к себе. Филипп на всякий случай поглядел по сторонам, нет ли кого позади, и верно ли он понял понтамиму. Пожал плечами и направился в дальний угол. И лишь там он разглядел Бейдж. Три золотые лилии. «Вы, я вижу, заинтересовались моей персоной. Разрешите представиться, сир Джон Синклер, поверенный его величество, короля Людовика», – сказал он. «Филипп Делален, к вашим услугам. Счастлив знакомству?» «Не могу сказать, что счастлив я, однако присаживайтесь». «Я полагаю, что это вас задержали в брюге по приказу герцога?» «Именно так. Все понимаю. Война». Но мне всегда казалось, что рыцарского слова достаточно, чтобы рассеять пустые подозрения насчет этих ваших затруднений в графстве Шиме. Рыцарское же слово держит меня здесь, поскольку обещал никуда не уезжать, не уведомив его светлость. Слово даже рыцарского теперь не достает такие времена. Куртуазно посетовал Филипп. Ну или надеялся, что куртуазно. Собеседнику было лет 35. Короткая рыжая борода, поломанный нос и челюсть, как наковальня. «А вы из Шотландии?» Тот кивнул. «Да, из Шотландии. Служу у короля, потому что младшему в семье не нашлось места за проливом. В Бургундию меня отрядили после того, как ваш наследник взял моду арестовывать особ королевской крови». «А вы о бастарде Рюбанпре?» «О нем. На всех желающих королевской крови не напасешься, пусть даже ублюдочный. Говорили, что бастард – шпион и подстрекатель, что позорно при его статусе. Эх, у меня такого статуса нет, поэтому что до моих суждений? Шотландец поднял светлые брови. Впрочем, не желаете ли вина? Филиппу в смысле вина терять было нечего, выпил-то уже изрядно. Согласился. Значит, нам вместе ехать в Шиме, сир Джон? Бургундец с трудом выговорил островной вариант имени Жан. «Вместе. Самое смешное, что я даже не слыхал о таком городке Сен-Клер. А я там даже бывал. В самом деле, и, как по-вашему, склонно горожане к бунту против герцога». «Хороший город, — поведал Филипп. Тихий, небольшой, и люди тоже тихие. Это не буйный гент. Представить Сен-Клер бунтующим я не в состоянии». Но знаете ли, кто мог представить бунтующий Лиеш в свое время? Все меняется, и не в лучшую сторону меняется. Однако в слухи о чуме я тоже не верю. Чума давно разнеслась бы по всему Эну, а то и дальше, храни нас Бог. Вестей же оттуда никаких, что странно. И гонцы не возвращаются, что еще более странно. Вот и гость герцога, известный испанский доктор, уехал и пропал. Куда? Там три дня ходу до столицы графства. Очень нехорошие симптомы, а тут еще война. Придется проверять. Так что вы будете очень кстати. Да-да, я слышал. Ваш покорный слуга, как королевская гарантия королевской же честности. Почему бы и нет, вы в конце концов... Вы в конце концов кажетесь достойным человеком, и совместное путешествие будет нам не в тягость. Кроме того, когда дело разъяснится, вам оттуда прямая дорога на шампань. Считайте, что это такой небольшой крюк на пути к дому. А оно разъяснится, сказал шотландец и пояснил. Дело, о котором вы говорите. О, вы же дали слово, что король к этому не причастен». Конечно, разъяснится, ответил Филипп. Вот это и настораживает. В чуму мы оба не верим, и король не виноват. А гонцы не возвращаются, какая-то ваша испанская знаменитость и нам предстоит ехать туда же. Со мной дюжина человек, да двадцать гвардейцев, да еще ваш меч, мы разгоним любой сброд, что попытается встать на пути!» Филипп воинственно хватил по столу. «Сброд. Если это будет сброд, тогда, наверное, да, разгоним. Вы что-то знаете? Чего-то опасаетесь?» «Я опасаюсь именно потому, что ничего не знаю». Филипп хмыкнул. Ему стало немного стыдно от того, что он так распетушился перед этим осторожным в словах, да и, наверное, делах человеком. Ведь ему явно не по себе. Честный рыцарь выполнял свой долг, а тут его хватают, обвиняют не пойми в чем. И приходится отвечать за возможные фокусы своего господина, если таковые имели место. Тогда, когда он даже не знает, где город такой, Сен-Клер. А тут еще он, Филипп. Сперва разглядывал, как лошадь на торгу, Потом принялся фанфаронствовать и строить из себя Артурова паладина. Хорош, нечего сказать. Срочно требовалось сгладить неловкость, и Долорен постарался. «Я тоже ничего не знаю, сержант, разрешите вас так называть?» «Разрешаю. Уже привык за два года во Франции. Благодарю. Раз уж мы оба ничего не знаем, остается верить в себя божьему промыслу, ведь так?» «Что нам остается?» – улыбнулся шотландец. «Тогда через три дня у восточных ворот и забудем, что наши сюзерены враждуют. Через три дня у восточных ворот буду ждать вас поутру, конно, людное, оружие, и к черту вражду наших господ». Они скрепили договор рукопожатием. А через три дня Брюги провожал маленький отряд звоном колоколов, что звал горожан к заутренне. И только одно беспокоило Филиппа то, что он за утреннюю пропускает. Ведь что может быть правильнее, чем принять причастие перед дорогой, даже если она обещает быть короткой и необильной в тягостях?